Короче, ребята, вот новая моя замазка. Берем три вот этих Dimension Scarab'а. Здесь 150 инкриза, здесь 120 мора. В целом, это примерно то же самое, что раньше. 250 мора, плюс добавляются хорошие карточки в пул модов. О, в пул дропа, хорошие карточки. Но с ними же добавляются хуевые карточки, да, казалось бы. Казалось бы, плохо. Но тут умный человек все объяснил, смотрите. Короче, говорит, добавление крутых карточек намного лучше, чем... типа, намного сильнее. Да очень сильно. Даже если добавлять с ними хуёвые карточек много. Потому что крутые карточки это хорошо. Почему это хорошо? А вот почему. А вот почему. Потому что у нас есть третий скараб, который с 20% шансом делает full стак. То есть не удваивает карточки, а делает full стак. А у нас некоторые карточки, кстати, типа Seven Years Bedlaka там, да? Их у нас 13. Доктора у нас 8. Аптекаря 5, да? Доктора 8, этих 13. То есть тут реально все круто, реально все классно. Уже самых лучших 12 карт вам выбрали. Просто можете их брать, засовывать, и будет хороший дроп. Поясню за эту картинку. Это типа цена карточки. Это примерно профит за каждую мапу. Примерно профит с этой карточки за каждую мапу. Ну, с ее дроп-рейтом. Что такое SS, EV? Казалось бы, SS какое-то плохое слово. На самом деле это примерный профит с вот этим скарабом. С Scarab Completion. То есть это примерный профит. Видите, в некоторых карточках он удваивается, тут 120-200 было, 100-200. А в некоторых карточках он в 4 раза больше становится. Например, Unrequired Love на 16 штук, да. И тут профит с 22 получается до 90. То есть в 4 раза больше, это просто невероятно. Вы понимаете, это просто невероятно. Невероятная замазка. Однако, есть проблема, у нас 3 Divination Scarab'а, да. Обязательно надо обязательно использовать 3 Divination Scarab'а. Что делать дальше? Нам нужен... один скараб, который надует мапу ебануто. Или по мобам, или по квантити. Что-то надо делать. Потому что без надутой мапы это не сработает, правильно? Если тебе не будет падать карточки, то что делать, правильно? А что делать? Один всего слот, потому что мы юзаем три. Как вы думаете? Та-та-та-та-та. Получается, Horn Scarab of Bloodlines. Что он делает? Он всех белых мобов превращает в синих мобов. Ура! Да. Я бегал карты, и примерно... всегда примерно было 60 рарных мобов на мапе. Где-то 200, 300, 400, 500 синих и несколько тысяч белых мобов. 2, 3, 4, а то и 5, и 6 тысяч белых мобов. И вы знаете, что у белых мобов нет никаких модификаторов, но они белые, у них нет модов. А вот у синих мобов и рарных есть кое-какой модификатор интересный. А именно, у синих мобов 600 increase quantity. Ебать, что? Это что такое? У Enraged 500, а тут 600 кванты. Ебать, что? То есть, несколько тысяч белых мобов превращаются в 600 кванты коробки? Блять. Но это еще не все. Если вы будете использовать Delirium Mirror или 5 арбов, то под конец Delirium Mirror, или когда будет просто 5 арбов, у вас будет мор кванта, то есть тут инкриз кванта, а тут еще мор, то есть будет не 600, а 900 кванты, блять. Однако, есть нюанс. Этот скараб, как эти модификаторы, как вот эти модификаторы Делириума, этот скараб работает только на натуральных мобов. Поэтому мы не можем использовать мобов с их механики, типа Легиона, там, блять, коробок. Натуральные мобы, это вы зашли на мапу, они там уже есть. Там, допустим, Эйнар, да, сразу заспавнит, все обычные мобы. Однако, говорит, да-да-да, они уже есть. Но есть абуз, есть! Теория говорят, что альва-мобы, они натуральные. И альва-мобы очень-очень много добавляют мобов на мапу. Они натуральные, реально. А у нас сейчас, а что у меня сейчас? 100% шанс на альву, 100% шанс на делириум. Еще и 4 альвы на мапе. Ой-ой-ой, что это такое? А еще мы можем взять какую-нибудь мапу, сделать ее 11 моткой. Еще и с имплиситом на increase pack size. Ой-ой-ой, еще и 90 модификатора. Вы представляете, что будет с мапами? Ребята говорят, они посчитали на калькуляторах, на очень сильных. Говорят, 10 секунд занимала калькуляция. 10 тысяч хаосов с каждой мапы профит. 10 тысяч, вы представляете? 10 тысяч хаосов с каждой. И вам может выпасть вообще там такие карточки. Доктора, аптеки, карточки на Mirror Shard'ы. 16 карточек на Mirror Shard. Боже, там такое будет, реально. Но есть нюанс. Марк сказал, что это будут самые редкие скарабы вообще в игре. Типа, и хуй знает, как их выбить. И сколько они будут стоить. Это значит, что пати-шлюхи ебаные будут их скупать поштучно с ботов. И всасывать себе, типа, и юзать. Ну и что это? Потому что у пати-шлюх еще в 6 раз больше дропа будет. Ебаный рот. Забей тогда. Ну, а вы думали, так просто все? Тогда вступает куда? Вступает в мою замазку. Замаз для бомжа. Ура! То есть мы этот скараб... Нахуй, ты что, дорогой? Не надо. Берем какой-нибудь бомж замаз. Какой самый сильный здесь скараб, который даст нам вот эти три обязательные, который даст нам пак сайз, мобов, что-нибудь.
Кто-то. Пам-пам-пам. 40 increase pack size. Ебать. Неплохо. Но с этим скарабом мы всегда должны использовать influence мапы. Самая сильная influence мапа это, конечно, Conqueror Архизмина. Я раньше думал, что самая сильная это Elder Гварды. Потому что там нет босса и все алтари крутые. Но, пам-бам, самая сильная это Архизмина Conqueror. С чем оно сочетается? Смотрите, 40 pack size. Также эти 40 пак сайза работают и сюда, на Eldritch мобов. Бим-бим-бим, бим-бим-бим. Огромные будут паки Eldritch мобов, диван-алтарь, все, 100 диванов. Вы затем берете вот эти на пак сайз, бам-бам-бам. И бегаете также, или Delirium Mirror, или 5 арбов. И все, тупо круто. Где вычитал, вот здесь есть информация по калькуляции, вот она. Он тут разговаривает на английском, правда? Родан тут разговаривает на английском. Вот немножко MF Атласов, MF Замаски, все сюда написал. Какие карты сувать, все сюда добавил, да. Вы можете даже сами это посчитать в новой лиге. Тут есть сайт, вот он. 6GT, CUS, CSSB, APA, вот это. Да. Он говорит, у него открытый код, там где-то может что-то почитать. Ну вот, если что у него спросите, не шарю. Да, если кому-то надо, ребята, вот воруйте, ссылочки будут в описании.